матча, с которым справляется Гильермо, и угловой, после которого на подборе здорово действовал Павел Гащенков и Михаил Гащенков. И он открывает счет на первой минуте этого матча. Вообще Амкар забивает по большим праздникам. И Гащенков уже два мяча забил за Амкар в нынешнем сезоне. Мяч, который принес победу в этой встрече, по итогу, как казалось. И мяч, который вообще оказался...